Приветствую, друзья, с вами Екатерина. И вот растение, которое привлекло вот таким цветением, да еще и пчелы опыляли это растение. Мушмулу я выращивала, об этом я расскажу позже. Но то, что она цветет, меня, конечно, очень удивило. Ничего удивительного, скажут люди, проживающие в субтропиках. Да, мушмула цветет зимой, осенью. Я живу в Молдове, поэтому не так часто здесь можно встретить. Да я ни разу и не встречала цветущую мушмулу. Поэтому, побывав в декабре на юго-западе Франции, в городке Кастель-на-Дари, наблюдала за этим растением и отметила, что во многих двориках растет это вечно зеленое растение – кустарник высотой 3-3,5 метра. Отцветшие ветки выглядят вот так, а весной уже будет урожай. И это очень важно, так как весной для поддержания организма эти плоды – весьма-весьма кстати. Но удивилась, что там и хурму, и гранат люди не собирают с деревьев, а просто висят эти фрукты для красоты. И, конечно, заглянула в интернет, так как про это растение знаю мало. Вот так выглядит дерево мушмулы уже с плодами. Мне подарили несколько вот таких плодов, и в каждом плодике было 1-2 семени, и я все посадила. У меня есть сюжет о мушмуле. Много информации есть в интернете, можете заглядывать. А я вам предлагаю еще информацию из Википедии. Информация довольно-таки полезная, интересная. Вы видите, что у мушмулы есть несколько названий. И чему я была очень удивлена, что только в Китае описано более 1000 сортов. Более подробно можете ознакомиться в интернете, а я расскажу о своей мушмуле. Все лето растет во дворе, в кашпо, и за лето вырастают огромные листья. Уже пошли отростки снизу, и получится кустик. На зиму я заношу это растение в дом. В одном из комментариев под моим видео мне написали, что в Кишиневе мушмула прекрасно себя чувствует, но, возможно, это другая разновидность. Моя мушмула привезена из Италии. Я, конечно, жалею это растение, но, может быть, ему во дворе будет намного лучше. Ну, а пока оно у меня в доме, а вот летом решу. Пишите комментарии, растет ли у вас мушмула и хотелось бы иметь такое растение. Жду ваших откликов. А это все прогулки по городку Кастель-на-Дари и тоже мушмула. И будет еще много сюжетов. Декабрь 2022 года.